Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Вот такие изделия периодически я заказываю. Это угол 90 градусов, но состоящий из двух сегментов. Как правило, вы на моих объектах увидите там четырехсегментные, в редком случае трехсегментные. Это двухсегментные. Почему именно двухсегментные, объясняю. Вот здесь уже практически потолок идет. И когда вы ограничены, вы ни трех, ни четырехсегментные, нет возможности его просто поставить. Поэтому есть возможность, заказываю такие минимальные на посадку. Здесь видите раструб, он 6 сантиметров. И здесь уже шов идет прямо к другому сегменту. И здесь тоже остается 6 сантиметров. То есть это минимальный тот размер, который можно от стенки поставить и от котла. Потому что если у вас здесь потолок и здесь стена, то никуда вы не денетесь. Поэтому такие сегменты я делаю под заказ. И вам подсказка, кто не знает, что как выйти из положения, когда потолок либо стена рядом возле котла газового. Вот так. Единственное, что здесь они идут миллиметровка. Это 304 сталь, миллиметровка 0,5 или 0,6. Ну, очень тяжело делать, особенно 0,5. 0,6 еще там как-то можно проварить, но все равно будет брак, и этот шов будет очень некрасивый. И так он особо не отличается своей привлекательностью, его идеально еще зачистить. Поэтому всем, кому было интересно, подписывайтесь на мой канал. С вами был Дмитрий Михайлов. Говорю, все изделия, которые вы видите, вы можете у меня заказать в нестандартные позиции. Потому что здесь смещение вот элементарно даже. Он когда вставляется, я собрал два угла. И вот это осевое расстояние здесь в районе 20 сантиметров. То есть его еще можно уменьшить на 3 сантиметра, если обрезать с этого края и с этого. То есть и получится где-то сантиметров 15 осевое смещение. Теперь представьте, у вас здесь стена и здесь стена. Как это сделать? Вот таким вот образом. Потому что 45-ку вы не выставите. Ну и я то же самое не выставлю. Регулировочными только сегментами. Ну они под заказ привозятся и довольно долго. Все, поэтому это один из выходов из положения. С вами был Дмитрий Михайлов. Comment by. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Пока.